Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал вот такой вот микроавтобус. Это Volkswagen T6, рестайлинг европейской сборки, 2021 года выпуска. Машина интересная сама по себе, новая приборная панель. Машина идет выкидной ключик на три кнопки: закрыть, открыть и багажник. Это ключик хозяйский, оригинальный. Он запрограммирован в машину. Он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Данный автомобиль коммерческий и требовалось изготовить дубликат ключа зажигания нам. Мы запрограммировали машину точно такой же оригинальный чип-ключ. Он уже как хозяйский машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Теперь у владельца Volkswagen T6 2021 года выпуска есть два выкидных чип-ключа зажигания на три кнопки. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Volkswagen, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то можете обращаться в компанию Akibai. Мы вам поможем. Если вам видео понравилось, есть какие-то вопросы, то вы можете писать в комментариях. Мы ответим на ваши вопросы. Обращайтесь.